Тем временем чаяния ярославских перевозчиков не остались без ответа. На улице Чкалова завершается долгожданный ремонт. До этого дорожники занимались только латанием ям. Необходимость капитальной починки улицы подтверждали многочисленные обращения автовладельцев в мэрию Ярославля. Местные жители жаловались на состояние дорожного покрытия. С учетом довольно-таки активного потока, движение из-за ям было затруднительным. Рядом находятся детские сады, школа, колледж. По улице проходят 10 маршрутов общественного транспорта, а еще трамвайные пути. Как учитываются при ремонте все особенности дорожного объекта, проверили сегодня общественники и депутаты областной думы. Здесь исторические трамвайные пути. Были раньше решения и вопросы, предложения о том, чтобы их перенести. Пока оставляем так, потому что пользуется все-таки популярностью ярославский трамвай. И это выезд у нас к основным больницам, к основным магистралям. Ремонт дорожного объекта проводится по программе «Безопасные качественные дороги». Протяженность участка почти 3 километра. Сейчас уже выложен выравнивающий слой асфальта, основной пока на некоторых участках. Объект, согласно контракту, будет сдан к 1 сентября. На сегодняшний момент основные виды работ завершены практически более 70% по всем видам работ. Это срезка, укладка основного слоя, монтаж бордюрного камня. Остается выполнить вот эти небольшой процент выполнения. Согласно графику, работы ведутся.